Прошу на хвилин Крістіну Пограничну. І зараз ми побачимо вправу Христини Пограничної з булавами. Дуже у неї запальний гопак з булавами. Дуже він подобається самій Христині. Ей идет это упражнение, эта музыка, она очень танцевально всегда эмоционально исполняет. Держим кулаки, болеем за Кристину. И саме у булавок вона, як правило, виконує подвійний стрибок бутерфляй, свій коронний. Да, два прыжка подряд, это сложно. По-моему, только Кристина прыгает два подряд. Зажгла Кристина, молодец. Очень сложная у нее был выброс на ЖТН Турнане из-под ноги. Вот, нет, на повторе. Возможно, увидим. Это было очень сложное в исполнении бросок. Ну и взагалі її стрибки ЖТН Турнан такі дуже потужні, дуже пружні. Через весь килим Кристина виконує три стрибки підряд. Вот, повторе, ми увидели этот выпуск. Это очень сложно с разворота в прыжке выбросить точно из-под ноги. Вот шикарные ее два прыжка в подряд. Она прям с улыбкой. Фотографы всегда ловят этот момент, обожают эти два прыжка, потому что прям фото так получается. Она просто зависает. Да, да. Специально для под фотографию она зависает.